Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашей рубрике очередная мозаика. Мозаика турецкой компании Marble Systems. Мы с ней встречались на выставке Черсай 2017, рассказывали о новинках. А это, ну, можно сказать, старинка, но не менее актуальная. Дизайн этот называется Руми, по имени персидского поэта, который, кстати, жил и работал на территории нынешней Турции, видимо, поэтому выбрали это название. Состоит он из двух типов мрамора, точнее, из двух сортов мрамора. Это Diana Royal, вот этот потемнее, и вот этот белый сахарный, он называется доломиты. Естественно, может состоять из различных других сортов мрамора, которые есть в ассортименте фабрики. Здесь также, обратите внимание, очень интересно сочетание матового и глянцевого. То есть идет такая некая игра теней, можно сказать. Этот дизайн изготавливается техникой waterjet, или на русском языке это звучит как водоабразивная резка, когда на специальном станке подается вода вместе с мелким песком под высоким давлением, и получаются вот такие вот очень точные детали, из которых и составляется этот дизайн. Естественно, цена, которую вы видите на экране, актуальна на момент съемки. Ну а о других возможностях этой фабрики и вариациях этого дизайна мы расскажем вам с удовольствием поподробнее, когда вы придете к нам в салон или обратитесь по телефону, например, или по электронной почте. В общем, звоните, пишите. Надеюсь, вам понравилось. Оставайтесь с нами, будет не менее интересно. Также... Что также? Что я хотел сказать? Понятия не имею.